Всем привет, с вами Кенни Морел, и мы продолжаем играть в Наруто Шипуден 4 часть. В прошлой части мы увидели, как Гай открыл все врата и почти хорошенечко отделал Мадару, но, к сожалению, Мадара слишком имбовый, у него лютая регенерация, и ему, по сути, было на это поровну. Но он признал его силу. Так, мы продолжаем, мы, походу, уже потихоньку двигаемся к концу. Начало последней битвы. Начинаем. Походу, весь эпик сейчас мы будем видеть в последних сериях этой игры. Бушует ветер, надвигается ураган. Это... Наруто? Этот человек исчез. Он что, сгорел дотла и просто испарился? Он спал с толстоброго сенсея. Спас его? О чем ты говоришь? Я сам не до конца это понимаю. У меня такое чувство, что теперь я могу все изменить. Полетел у нас. Похоже, с тобой что-то произошло. Правда, в итоге все останется так же. Тебе меня не победить, у меня сила 6. Я не собираюсь побеждать тебя, глупец. Тебя победим мы. Ты, Мадара. Саске? И ты тоже? Что с ним такое? Как ему удается это делать? Это... Я умер? Ты не умер. Это мир твоего разума. Просто считай, что ты попал в пространство между реальным миром и загробным. Это кто ты, старик? Я монах, пришедший увидеть конец Ниншу. Я превзошел все поколения. Я путешествую по миру только лишь при помощи чакры. Меня зовут Огамора Отсуки. Основатель Нишу, также известный как отшельник шести путей. Что? Тот парень, что стал ниндзюцу? Если ты отшельник, у меня к тебе полно вопросов. Вопросы подождут. Сначала тебе стоит выслушать меня. Нет, ты должен меня выслушать. Ты реинкарнация Асуры, и это твой долг. Что? Асуры? О чем ты говоришь? Как Асуры или Асуры? Позволь, я тебе все расскажу с самого начала о моих сыновьях. О, это будет долгая история. И моей матери. Моя мать Кагуя Отсуки пришла в твою страну из дальних краев. Она пришла за плодом божественного дерева. Ты сам видел божественное дерево на этой войне, правда? Она взяла его плод чакры. Она съела плод, получила его силу и начала править этой страной. Но мощь такой силы неизбежно приведет к конфликту. В итоге ее одновременно боготворили, как заячью богиню, и боялись, как демона. Когда Кагуя родила двух сыновей, один из них был я. Чтобы искупить грехи нашей матери, мы сражались с Десятихвостом, воплощением божественного дерева. Божественное дерево разбушевалось. Оно пыталось вернуть плод, который забрали у него. Это был суровый бой.
Мы оба были ранены, но нам удалось добиться победы и запечатать здесь хвостом внутри меня. Время шло, и у меня родилось двое сыновей. Старшего я звал Индра, а младшего Асура. Я научил их ниншу. Оба они были моими сыновьями. Между ними была огромная разница. Одному от меня передалась моя мощная чакра, а второй был довольно слаб. Индра был настоящим гением. Он мог сам делать все, что хотел, и гордился, что отличался от других людей. Асура, напротив, не делал особых успехов и казался, он ничего не мог добиться. И казалось, что сам он ничего не мог добиться. В результате он очень старался и всегда полагался на силу своих товарищей. Они, в свою очередь, отвечали ему. И это создавало гармонию. Наблюдая за тем, как жил Асура, я уловил новую возможность. Тогда я и решил доверить ниншу Асуре. Мне кажется, Асуре. Но Индра не мог этого принять. И тогда началась долгая жестокая битва. Тяжелая битва, да. Вражда между Индрой и Асурой не стихала. Даже после того, как умерли их тела, их чакра никуда не делась. И раз за разом они перерождались. Наруто, до этого я говорил тебе, что ты реинкарнация Асура. Теперь ты понимаешь? Внешняя реинкарнация Индры. Это Саске. Именно чакра Индры живет внутри Саске. Чакра моих сыновей перешла от Мадары и Хаширамы к вам двоим. Даже сейчас, спустя годы и столетия, братья продолжают сражаться. Значит, все это время, прапрадедушка, ты наблюдал за тем, как твои дети дерутся? Да, полагаю, можно так сказать. Что? При помощи ниншу я пытался объяснить, что чакра нужна, чтобы объединять людей. Но Кагуя использовала чакру только для себя и объединила ее с помощью мир. Объединение через силу порождает только насилие. И тогда ее начали бояться. Тоже можно сказать про Мадару. Если он продолжит набирать силу, то однажды... Я хочу, чтобы ты остановил Мадару. Сами условия, твоя сила воли. Я вижу в тебе что-то особое. Ты отличаешься от всех предыдущих воплощений. Поэтому я готов рискнуть и поставить на твой потенциал. Я и сам уже сделал эту ставку. Курама, я тоже. Восьмихвостый. Почему ты внутри меня? Обито вытащил часть чакры. И чакру Шукаку из Мадары. Он знал, что тебе не хватает сил. Нескольких хвостатых зверей. Не хватало? Ты забыл? Какое-то время ты получал чакру не от Шукаку и Гьюки. И про то, что было? Точно, другие хвостатые звери и правда поделились со мной своей чакрой. Это заняло какое-то время, но теперь все хвостатые звери вместе.
Это значит, настало обещанное время. Наруто, ты правда обладаешь силой, притягивающей к тебе других. Шукаку, Метатаби, Исобу, Сон Гоку, Кокуо, Сайкен, Чоумэй, Гьюки, Курама. Все теперь мы вместе, все мы дружная команда. Наруто, что ты хочешь сделать? Как ты надеешься закончить этот бой? Надо было уже начать, чтобы его закончить. Я не очень умен, так что не понял всех этих слов про реинкарнацию Асуры. Но я знаю, что значит иметь друзей. Я хочу защищать их. Вот и все. Значит, такой твой ответ. Да. А, он и Саски расспрашивал. Доверюсь Асуре, я сам создал эту катастрофу. Теперь я поручаю мою силу тебе, реинкарнация Индры. Что случится дальше? Наруто, Саски, это зависит только от вас. Мы с Саски не братья, но я знаю, что мы можем понять друг друга. Все же, мы с ним хорошие друзья. Теперь подними свою доминантную руку. Чуть все доминанты. Сам мастер шести путей их благословил на этот бой. Не думал, что они смогут дать мне отпор. Внемли мне, ты немощный трус. Голос, пусти меня внутрь себя. Что происходит? Прими его, прими все божественное дерево целиком. Сделай это, и обретешь безграничную силу. Он что, сосал все это дерево в себе? Я представить не мог, что божественное дерево наделит меня своей силой. Наруто Узумаки. Учиха Саски. Теперь я обрел настоящее бессмертие навеки. Каким бы сильными вы ни стали, вам меня не остановить. Мы даже не начинали драться, а ты уже все решил. Будь посему, значит, это будет наш последний бой. Так, ну вот и понеслась. Давай. Нет. Так, у него на самом деле абсолютная дзюцу очень короткая. Может выбрать Саски? Да, Саски однозначно лучше будет. Да, я лучше буду за Саски. Давай, не подведи меня, Саски. Отлично. Сразу видно, батьку выбрал. Батька, Батькович, давай. Давай мне тут не это.
Да что ж такое? Попади хоть один раз стрелой. Отлично. Мадар шустро, конечно. Ну, конечно, всосать все дерево для себя. Сгори дотла. Да. Наруто, помогай. Во, красиво. Вообще красота. Я какой-то сделал комбо, который сам не хотел сделать. Я не понял, как его сделал, но ладно. На тебе еще так. Чидори. Хотя это не Чидори. Чидори более синее. Опа. А вот и начались у нас приколюхи. Да ладно. Почему, Саски, ты прыгнул именно прям под этот луч? Я же не хотел этого делать. Yes, попался. Так, 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 не шутим с Мадарой, не шутим. А почему урона вообще не нанеслось? То есть это нормально было? А, у нас катсцена. Ой, извините, я ж не знал. Так, давай добиваем его. Мадара что-то почувствовал. Результат боя Б. Отлично. Он что? Поменялся местами со своей тенью? Это плохо. Какаши-сенсей. Там... Опять Какаши-сенсею достается. Сколько раз уже, а? А, он... Он вырвал ему глаз, наконец. Кстати, здесь зацензурено, в отличие от аниме. По нему прям показали, так, ну, хотя бы момент. Ты уверен? Да, скорее всего, забери мой левый глаз и... Я так не думаю. Камы! Сакура? Где Какаши-сенсей? Сенсей, левый глаз. Где Обито? Я думал, Мадара тоже прыгнул. Да, но Обито дал мне сбежать. Какаши-сенсей? Можем мне на пару минут взглянуть на левый глаз? Что? Хорошо, Какаши-сенсей. Откройте глаза. Не может быть. Как ты это сделал? Ну, это сложно объяснить. Значит, так ты спас Гая. Хватит болтать, он скоро будет здесь. Теперь у него, наверное, оба глаза с ренеганом. Он не будет таким, как прежде. Приготовьтесь. Вы ведь не забыли, чему я вас учил на самом первой тренировке с колокольчиками? Конечно, нет. Командная работа. В таком случае... Если вы умрете вместе, это будет неплохая командная работа. Обито. Обито здесь больше нет. Теперь это тело принадлежит мне. Я собрал чакру всех остаток зверей и получил божественное дерево. А теперь у меня еще и сила обоих глаз ренегана. Можно сказать, что я превзошел самого отшельника шести путей. Я достиг уровня бога. Уровня богов. В глазах бога вы всего лишь жалкие и ничтожные букашки.
Падение метеорита. Так, это, походу, очень жесткая техника, да? Ну, мне кажется, уже неудивительная. Наруто и Саски тоже как бы очень сильные. Ну вот, я о этом говорю. Чем не твои падающие камушки, да? Наруто, ты понял, что происходит? Да. Теперь у него 4 тени. Падение метеорита и тень, владеющий Сусану. Неплохая комбинация. А теперь извивайтесь от боли. Продолжайте танцевать для меня. Вау. Вот это сейчас будет эпичный бой. Мы сейчас будем драться за Сусана против Сусана. Вау, yes. Так. Что здесь надо делать? Ага. Во. Ничего себе, Сусана огромного Мадары. Офигеть. Вот к этому я явно не был готов. Ладно, мы по крайней мере знаем, как юзать полет. Подлет к нему. Настоящий бой начинается сейчас. Я должен тебя похвалить. Ай, ладно, я не могу читать. Можешь его клонов попытаться сначала убить? А чакру мне надо восполнять? Да, мне надо чакру восполнять и улетать очень быстро. Что происходит? Офигеть, меня дубасят. Ну, последний. Так, yes, ну мы уже нормально отхватили. Как от этого уворачиваться? А, понял. Это что? Вот к этому я явно не был готов. Почему Саски такой Сусана маленькая? Ну, Мадара и Инба, конечно, ходячая. Так, куда ты улетел? Саски, будь осторожен. У меня плохое предчувствие. Да, я вижу. Так. Еще один клон появился. Давай, подлет. Ну я же хотел подлететь. Так, ладно, надо больше делать концентрацию на самом Мадаре, а не на его клонах. Иначе мы отхватим сейчас. Да. Все. Вроде пока получается. Если он еще какую-нибудь приколюху не выкинет нам, ваша никчемная жизнь закончится здесь, как и сейчас. А от этого как уворачиваться? А клонов он все равно спамит. На них нет смысла вообще останавливаться. Так, вот, подлетели, отлично. Ну, последний удар. Почему последний удар не проходит? Потому что его клон защищает. А, я могу чакру восстанавливать во время движения. Вот это хорошо, кстати. Да. Какие-то вообще удары очень медленные. Что? Что происходит? И опять полетел куда-то. Он исчез? Да, отлично. Конечно, он исчез. Прям тебе на голову. Да не надо мне выделять этих клонов. Что ж ты к ним прикопался? Давай самому Мадару, потому что... Отлично вообще. И на клона. И в спину. Еще один разок. Так, отлично. Все. Продолжаем. Так, ну вот сейчас, по-моему, нельзя нападать, потому что мы сейчас сразу в личико отхватим. Ну ладно. Вот сейчас надо. Нет. Ау. Так, надо это как-то переждать. Попробуем. Да ладно. Сейчас можешь? Последний удар не даю делать клон, я понял. То есть надо убивать все-таки клонов, но... Я не понимаю, они респавнятся очень быстро.
Вот сейчас. Если я ему просто сбил комбу. Так, последняя хпшечка, последняя хпшечка. Давай. Нет. Прям под это. Опять подлетели. И второй раз отхватили. Плохо, плохо пока. Так, надо его как-то все-таки добивать. Пробуем. Вот, почти. И клон последний удар не дал сделать. Хотя нет, вроде пошла какая-то катсцена. Отлично. Не смей больше задерживать. Так, надо подлететь. Нет, нет, нет. И опять я комбо его отхватил. Ау. Все, все, мне хана, мне хана. Сейчас, может? Все, мне конец, все, отлично. Да, мы проиграли. Так, ну ладно, ничего страшного. Все-таки у него имбовая Сусана, и с этим ничего не поделать. Давайте выберем... Пускай усилить вашу атаку. Ну, пускай будет это. В принципе, без разницы, мы уже почти добили. Надо как-то... Ничего себе спам! Вот это аркада, вот это аркада. Как мне к этому подлетать? Как же мне подлететь-то к тебе? Вот сейчас. Нет. На самом деле, Сусана Саски очень тупит. То есть я нажимаю подлет, а он не подлетает. Вот. Yes. Оставался всего лишь один подлет. Как я мог проиграть? Ну да, такому спаму, конечно, сложно противостоять. Но ничего страшного. Достаточно. Закончим все следующим приемом, Саски. Да. Так, теперь бой на земле. Ну вот, наконец, хоть под конец игры у нас начинается нормальная боевка. Ай, плохо. Хорошо. Сколько же его можно бить уже, этого Мадару? Мне уже становится его жалко. Все, не умирает, не умирает. Бой за боем. Попробуй от этого вернись. Попробуй. Опа. Я не то сделал. Эй, не спами меня там. Всякой дичью. Вот, прям в упор. Стреляй в упор. Так, хорошо, пока идем. Какой-то, по-моему, усиленный дамаг. Может, это засчиталась там моя смерть. И у меня до сих пор на мне висит этот баф. А может, так и надо. Yes. Немножечко эти попали. Ну да, по-моему, я слишком много ему отнимаю. Красиво. Нечего больше сказать. Это что еще у нас? Падение метеорита. Что-то Мадару уже надоело постоянно камушками просто стрелять в меня. Его главная техника — это создание метеоритов. Не, ну я понимаю, конечно, это очень жестко. Более, если такой метеорит, кстати, упадет на землю, он немалый урон нанесет ей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Заговорился. Так, Сусана у нас что-то творит. Аматарас, отлично. Господи, что за дичь происходит просто? Так, так, мы крутим. Я не пойму даже, что крутить. Левый геймпадик или правый?
Так, то есть мы отфутболили этот метеорит в него. Как я могу проиграть вам, жалкие букашки? Все, у него флешбеки о Хашираме. Да. И такое бывает. Эпичненько, ничего не сказать. Не могу поверить. Что ты делаешь? Я почти на пределе сил. Удивительно. Другим словом, это не описать. Но... именно мне суждено увидеть, как исполнится моя истинная мечта. Саске! Я ждал этого момента все это время. И теперь никто не встанет у меня на пути. Согласно каменным скрижалям, когда тот, кто обладает силой Ренегана, приблизится к Луне, на Луне откроется глаз, который начнет вечный сон. Это плохо, нет. Саске? Похоже, они заметили в последний момент. Ну что ж, это конец. Воссейся над миром, вечный Цукиёми. Сейчас. Стань единым. Так, понял, принял. Что происходит? Все кончено. Божественное происхождение. Мир деревьев. Ну все, пиши пропало. Что? Теперь все ваши друзья крепко спят. А, так это только сейчас показали вечный Цукиёми. А похоже, что Сусанна Саски я не справился. Этого стоило ожидать. Этот бой уже окончен. Будущая миссия. Я буду собственными руками разорвать этот цикл приличных последствий связи в этом мире и освободить всех людей от боли. Сейчас твои друзья наслаждаются счастьем вечным Цукиёми, утопая в сладких снах. Вот он, истинный сон, о котором я всегда мечтал. Я превратил ад в рай. Теперь вы должны уже понять, все кончено. Я не позволю этому просто так случиться. Мы все еще здесь, и пока мы здесь, ничего не закончено. Букашки. Черный Зетсу. Это твое последнее задание. Помоги мне сокрушить их. Слушаюсь, господин Мадара. Это я должен был сказать. Черный Зетсу? Как ты смеешь? Мадара, ты не мессия, ты не конец. О чем ты говоришь? Я создал тебя. Ты появление моей воли. И больше ничего. Неверно. Моя воля не принадлежит тебе. Во мне воля... Кагуи. Кагуи?
И все это время я ждал этого момента, момента, когда ты завершишь вечность Сукиями и расходуешь всю свою силу. Ты неблагодарный. Что? Что происходит? Сэске, этот парень? Да. Он только что назвал имя Кагуи. Кагуи. Мама Шенка Шести Путей. Только не говори мне, что он... Какого? Это чакра. Сквозняк какой-то. А, вот и она. Отлично. Самая лютая имба в этом мире, походу. Но мощь такой силы неизбежно приводит к конфликту. В итоге ее одновременно боготворили как заячью богиню и боялись как демона. Но это мы уже слышали, я понял. Сэске. Да, теперь я уверен в этом. Это о ней говорил про прадедушка? Кагуя Отсуки. Да, вот это мы попали, конечно, в неприятную ситуацию. Прародительница всего мира, всей чакры и, в принципе, всего почти живого здесь, что осталось. По крайней мере, от обычных людей. Да, интересно. Завернулся у нас сюжет. Да, следующая глава у нас будет Кагуя Отсуки. И, скорее всего, мы будем аж против нее сражаться. Я не понимаю, как сражаться против такой имбы. Ну, в принципе, я в аниме помню, но мне интересно очень, как вот здесь будет это выглядеть. Как сам бой против нее будет выглядеть. Потому что все-таки в аниме Наруто всегда все поддается какому-то, ну, везучему случаю, так сказать. А здесь мне придется напрямую до потери крови с ней сражаться. Ну все, друзья, всем пока. До встречи в следующем выпуске.